Давай расскажи свои впечатления. Ты проехала две серьезные черные. Ты находишься в Ижгле, да. Правильно? Это всем известно черная. Еще там наверху тоже черная была. Ты в курсе? Там примерно три черные. Две официальные, смотри сюда, две официальные. Вот перед этим тоже такой был кусок, это тоже черная. Потом там с самого верха, там красная обозначена, но она такая же, как здесь. Ты проехала через примерно два с половиной часа обучения нормально по черной. Причем с буграми. Понимаешь, что ты сделала? Да, это очень сложно. Почему-то, смотри, значит, смотри, скажи, это классно. Возьми себе, записывай себе положительное ощущение об этом. Ты это сделала, смотри, да, ты это сделала. Скажи, это классно. Ты не думал, что ты сможешь сделать, понимаешь? Нет, запиши. Воспоминания у тебя должны быть положительные. Не так, что сложно. Нет, это сделал. Ты делал это четко. Ты, если ты делаешь это четко, у тебя все получается, верно? Да. Расскажи пару слов про локти, насколько это важно, про запястье, про то, как нужно смотреть поверх суставов. Расскажи, скажи пару слов про это. Надо смотреть туда, куда едешь, обязательно держать определенным рамку нужно определенным образом держать, да? И это помогает тебе. Эта рамка непростая, потому что можно рамку держать так, что отсадишь назад, она работать не будет, правильно? Да. Верно? Немножко наклоняйся вперед. И много других деталей ты тоже делаешь. Смотришь поверх запястья, работаешь запястьями в определенный момент времени, посылаешь ее и прочее, прочее, правильно? Да. Молодец, хорошо. И бугры это не страшно, правильно ведь? Нет, они как помощнички. Как помощники. Молодец, правильно. Хорошо. И можно любой склон проехать. Ты ехала ее как бы частями, правильно? Не в общем, от жадности. Ты уехала отсюда до сюда, отсюда до сюда. Нет, без остановок. Просто мышление твое такое было, так? Ну да. Страх велик. Страх велик или тогда, когда кусками мыслишь, тогда уже все не, вообще? Не знаю. Это просто, наверное, уже стереотип. Если видишь черную трассу, все. Это стереотип, правильно. Я тебе сказал, заходи сюда, поживи здесь, посмотри туда и туда смотри. Не смотри, куда ты смотришь, правильно? Смотри туда, куда нужно, правильно? И тогда нету проблем. Да. Делай так.